Всем привет! Это новое видео, и оно будет о блокнотах и скетчбуках. Я люблю блокноты всю свою жизнь, и со второго класса веду различные ежедневники, в которых записывала, что случилось в школе, что случилось во дворе и так далее. Вот, с тех пор как-то эта привычка не поменялась, я все время что-то записываю, зарисовываю. И вот, наверное, с 2014 года всерьез взялась за то, чтобы, правда, писать именно вдохновляющие вещи для меня. Это могут быть цитаты, это могут быть фразы, мысли, рассуждения из книг, какие-то фрагменты из фильмов. Главное, чтобы потом, когда я брала этот блокнот в руки и перечитывала, у меня действительно происходил такой внутренний подъем. Вот. Одним из таких блокнотов я хочу сегодня с вами поделиться. Это он. Его я вела с лета 2015 по лето 2016 года. В нем собраны различные цитаты, есть наклейки, есть стикеры, много всякого такого. И самый лучший формат, в котором я решила, можно его показать, это просто пролистать на убыстренной съемке, чтобы вы сами могли решить, что более подробно рассмотреть, что нужно перечитать, а не чтобы я каждую страничку на 5 минут рассказывала, расписывала и так далее. Ну что, поехали? Where everything is gone. I've tried to ease myself.